Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по моей криптомонете ProtMoney. Я начинала собирать эту криптомонету, когда она стоила 60 чем-то сатошиков или 50 чем-то сатошиков. Монета пошла в рост, что очень радует. Я не ошиблась в ней. Вот, и надеюсь, будет по-прежнему расти. Ну, вот так вот она выглядит. Регистрация и авторизация просто. Вбиваем сюда адрес. Я брала адрес на бирже CREX24. Можно скачать кошелек Windows Wallet. Я не скачивала. Я как бы вывожу на биржу, потому что все равно ее потом так или иначе надо будет переводить на биржу и менять. Значит, вот у меня на счету 109 тысяч. Но это не 109 тысяч, это, естественно, больше. Далее что? Здесь у нас ниже партнерская ссылочка находится. И сюда вбиваем капчу. Надеюсь... Я хочу сейчас эту монетку вывести на биржу. Нажимаем claim. И мне начислили 3000 этих монет. Дают от 1000 до 5000. Значит, минимальный вывод 20 тысяч отсюда. Ну вот у меня уже много, так скажем, да? Значит, вывод вот как вот наберется 20 тысяч, можно выводить, нажимать на зеленую вкладочку. Все, мои монетки ушли на биржу. Вывелись, баланс мой обнулился. Так, давайте перейдем на CREX24. Значит, смотрите, вот я уже вбила сюда Proud монета. Вот она стала 178 сатошиков. А я вот начинала то ли 50 с чем-то сатошиков, то ли 60 с чем-то сатошиков. Вот. И она растет. Было 200 с чем-то сатошиков, сейчас опять 178, и цена плавающая. Будем надеяться, что монетка будет расти. Значит, это рынки. Здесь вот ее можно будет потом, как наберется, вот нажимаем. И вот, смотрите, купить прод, продать прод. Это все можно будет обменять на биткоин. Так, давайте отчеты и история платежей нажимаю. Смотрите, Proud, вот я сейчас только вывела, она моментально поступила на биржу, написано в обработке, одно подтверждение из 8, но она уже на бирже, тут остался вопрос времени. Так, нажимаю счет. И вот у меня скрыты нулевые балансы. Вот мои криптомонеты здесь. Значит, вот моя ProtMoney. И вот у меня уже одна монетка насобирана. Вот. 1.0.05. Ну, вот такая вот сумма. Ну что, кран платит. Суммарно у меня стоимость активов всего на 11 972 BTC. Ох, как хорошо. Я даже не замечала этого. Вот. Очень радует, потому что я здесь еще собираю Niobio Cash, Zcore, все. У меня вот эти криптомонеты. И плюс еще с аэродропов у меня сюда капает денежка, оказывается. Тоже я этого не замечала, пока... Тут не покопалась. Ну, вот такая вот криптомонетка. Кому интересно, собирайте. Вот. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.